Когда Айша Бибана было 16 лет, ей в гости приехал из батырской семьи Карахана. Его отец, мать, Зенгбаб дом. Зенгбаб был прямым потомком Арстанбаб и был уже при жизни святым человеком. И он был покровителем крупнорогатого скота Зенгбаб. Он еще из аристократичной семьи был, а Карахан был простым батырской семьи. Но тогда, когда они пришли в гости, он увидел Айша Бибана и влюбился. И попросил руки у Зенгбаб Айша Бибы Карахан. Но тогда Зенгбаб отказал то, что не совпадают ранги, да? И сказал то, что может в будущем, если сын добьется чего-нибудь такого высшего, то может я соглашусь. Карахан, он подростком дает себе клятву, то, что он все равно добьется сердца руки Айша Бибана, и с этого места он начинает подвиги делать. И когда несколько лет проходит, он уже очень знаменитым будет, он уже свою империю создаст. История есть такая, Караханиды, наверное, слышали? Карахан Аулеты. Это Карахан Аулеты, это первое определение государства нашего. Если бы не Караханата, вот этот Казахстан, может быть, и не был, потому что он первую империю Карахан Аулеты создал. И первая исламская это была империя. И вот он приходит снова, чтобы за Айша Бибана, но Зенгбаб говорит, ты еще не так еще, надо еще вырасти. Но тогда Карахан понимает, что это каприз Зенгбаб. Может быть, из-за того, что это была единственная дочь Зенгбаб, Айша Бибана, и не хотела, или хотел за богатого, там свои планы, может, были. И тогда Карахан говорит Айша Бибана, я жду тебя через неделю в определенном месте. Эта река называется Аса, за ней я буду ждать тебя. Через неделю Айша Бибана всю неделю думая, и Зенгбаб, подозреваясь, говорит, если уйдешь, то через 6 лет вернешься, дальше пути нет. Калаша, алты өзенді өткеннен жетісіне қайтасың артқа. Но это было как бы благословение, да, обратное. И тогда Айша Бибана все равно соберет своих это, подчиненных. Рядом будет нянька Бабажан, она, которая с детства воспитывала ее. И вместе они керуенге шат, короче, в путь. И правда, они несколько дней, 6 лет пройдут, за рекой Аса уже Карахан ждал. Но Айша Бибана хотела помыться и одеть в свадебные наряды. Саукели еще, да, говорят. И когда она уже умылась и одевалась, все одела, когда Саукели одевала, оказывается, сам змея была и по шее укусила Айша Бибана. И она была при смертном состоянии, Карахан успел и... Их святой человек благословил, никех киган. И они успели пожениться. И тогда Айша Бибана, она сказала, я в народе была святой уже, но я убежала без благословения отца, кем я теперь буду? Карахан сказал, ты теперь будешь моя биба. Эта биба, вот Карахан, после этого уже биба Марьям, она вот так, пошло это понятие, то, что девушка, которая не рожавшая и не согрешившая. Вообще, Айша Бибана с детства, с 7 лет, оказывается, читала намаз. Он очень святой был уже. И оказывается, Биба это дается перште деген не берлет. Ангел, который не согрешившая. Вот так вот. И он, когда отец узнает то, что его бата совершилась обратная, он с горечью скорбит и убежит, ускакает на лошади. И когда он, говорят, когда уф сделал, полностью спереди гора полностью сгорела. И до сих пор там ничего не растет. Гора называется Сгоревшая гора. Кюгенджар. Вот эти, видите, вот красиво, да? Вот это вот новое, которое реставрация, это оригинал.
Вот это вот. Серп у нас обе оригиналы. Вот видите? Оригиналы. Колонны, оригиналы сверху. Вот эти. Вот это вот простые, а вот здесь до сих пор это, ну, не знают из какого этого состава. Может и знают, но не могут сделать. А это вот просто уже трещины в некоторых местах дают, а это все еще стоят. Когда-то купол был железный, и Карахан Ата тоже, мавзолей был железный. И когда закат, восход было, лучи соединялись, оказывается. В то время самыми высокими зданиями были. Но в советское время самолет-истребитель попал на крышу, купол и сломал, и после этого кирпичные сделали. Раньше железо было особенное, которое соединяло лучи при закате и восходе. Вот эти орнаменты, это когда она в то время, когда батырствовал Карахан, он отправлял письма, ковры, это платки еще, это все отправлял, они общались. Вот эти, которые ему присылала Айшебибана, вот эти орнаменты из этих тканей, да, вот. Видите, вот, похоже на голову кобры, вот здесь даже. Вот это означает, что ее укусила змея, и она умерла от этого. Крыша, вот видите, как не раскрывшийся буток это розы. Это означает, что она умерла девственницей и не согрешившая. Вот вся биография здесь. А Бабажана всю жизнь здесь это ухаживала, и поэтому... И, похоже, Карахан Ата ему тоже построил няньки Бабажан Хатумана. Она очень любила детей, всю жизнь воспитывала их. Вот такая.